Это я максимально... Слышь, объявись здесь. Привет. Стоит, блядь, смотрит. Вот, это тот сталкер. А, ну это вот надо звать сейчас Борю. Потоп, нихуя, князь, блядь. Вот он, давай ему. Тут. Тот ты ловит. Все, короче. Почему у вас? Как его звать? Погоняло какое? Ну-ка. Блять, я 80 тысяч отдал. Ну-ка, отдай-ка мне 72 тысячи. Сколько? Ой, я ухожу из группировки. Все, давайте, пацаны. В смысле? Вот смотри, вот это. О, вот. Прямой концерт. Нет, нет, это просто это. Ей переключил. На приправа, хоть и негры по натуре, но не против фэ. Баста с одним словом, души черные, как СТП. Зашнуруй свой хобот, по заслугам схватишь, сука. У, я спокоен в стенах Екатеринбурга. Охуенно рэп ебашим, по секрету скажем всем. У Вадиков бабульки знают АК-47. Любого я вшатаю, глобник я могучий. Я просто Адидас, и в рот ебу аж Гуччи. План дыши, план дыши, план дыши, план дыши. Светлого мая, привет! Понаставляли домофонов, негде плана покурить. Посажали всех барыг, негде плана замутить. Но от этого АК не меньше смеется. Это Витя, ха, от меня весь ебут прется. Ты грустишь, что в армию уходит брат. Ты люби на зажигалку, он налепит на приклад. Не грусти, а грустно. А, только у нас их тянулось, блядь, остальных нет. Нет, у всех, у всех. Такое у всех. Единственное, у коменданта ходил, блядь, у них все так же было. А, ну наймы это типа донатные группировки. Конечно, покричим, что стало, ёба народ. Я как-то пожирал взглядом за автобанную девочку. Если ты устала, ну, там, по-моему, ролевой же есть или два? Да палево нахуй номер. Макс говорит, а, что палево. Скажи тоже, да, благодарю. Ну, Боров, это Боров. Боров включает музыку, которую нельзя включать, ну да ладно. Короче говоря, поменяли у всех оружие, вон даже у греховцев сейчас вместо бакана мода, там самые ученики, короче, у них сейчас вот такие абаканы, типа. Да. Я ли я, блять, нахуй авторитет? Блять, предпоследний. Ну, блять, после буфра. Я хуярю, блядь, с ебучего баканом нам даже не смотрел. Ну, это сделали так, чтобы у торговцев теперь можно было покупать там туда-сюда. Вот, да шли они нахуй, эти торговцы, но на имени ебаные. А, тупой. Я через ругали АК. Вот на 24 кто. Блять, все с баканами. По факту. У тебя гроза. Сейчас вводим бизнес. Ну, у меня есть оружие, блядь, я теперь могу бизнес поднять, все поднять канал, буду каждый оружие вставать. Еще из-за того, что серый постоянно взлетает, я сейчас просто жителей проебал. Что за минус все пулеметы дегтярева? Эх, только беру на особый случай, потому что мне плато, ебать, блядь, ладно, пусть не взлетает. Я теперь Дегтяреву ношу один в инвентаре, если какой-то случай будет, так сказать, то беру с инвентаря. Я беру два. У меня один на 600, другой на 1000. Витя и Максим.
Патроны всегда не проблема, можешь всегда взять у этих же. Ну вы не можете, я могу. Вы с ушников долго все посрать вообще. Я себе, блядь, я у найма, блядь, только что. У найма, блядь. Ну это да. Ну это если их там повезет. Если, смотри, если их там нет вообще на базе, тогда нельзя так. Можно. Тут выстрел на один, а прицел на два. Никто не видит, бля. Я прошел все зоны в комик-зон. А кто запрещает? Еще долго до того, как стал делать музон. В батл тот, до главаря дошел. Пока их нету, метод боится запрещать. Я играл всегда лучше, чем мой браток. В первую трубу не прыгай, там вылазит цветок. Если в танках три звезды броню пробьет, вниз-назад тык, сука, балла, апперкот. А, кстати, я все-таки покажу. Сейчас еще сделаю скрин на всякий. Никто сейчас не убьет. Я знаю вот одного, вообще, блядь, на Химаше он живет. Как Фред Флинстоун по башке дубиной бьет. Я раньше сам стол мог купить за картридж, и мама предъявляла, блин, куда там обеды тратишь. А тут Боря как раз вышли новые патчи. Чего-чего? А, не-не-не, я тебе хотел показать этот артефакт сердца Оазиса, но не тебе же хотел, а весь тебе показать. Моя игра, моя игра. Там мне не верили, что у меня этот артефакт есть. А, сейчас я покажу. Видел, как этот монолит, вот, его спиздили, тебе продали. Не-не-не-не. Это мне не тебе продали. Выдал прям грек за достижение. Не помню, что за мысли тогда. Его за 50 карт или смотри, ученые покупали. 50 карт это дешево. Да, за 200 тысяч более-менее. Спрятал в кипаре. Да и вообще Sega 3DO PlayStation. Я 800 косарей просрал, чтобы получить несколько бульдогов, аптечки, плюс еще вот три артефакта на выбор. Я взял измененный штурвал, золотую рыбку и как раз таки вот это оазис. Давай сюда, чтобы никто не спиздил. Вот, а ты стой на входе, чтобы никто не залетел. Прикольно. Могу еще сделать так, смотри, иди сюда. Ща, минуту. Найду его. В редикюльчике моем пинцетик да заколочки. Я хорошая такая маменькина деточка. Просто вся в татуировках, милая студенточка. Наколочки, наколочки, до татуировочки. Вместо рыжих цацик носят девочки воровочки. Куровчик мешают нам золотые гайки. Вот и ходим при наколках мурки воровайки. Взять вот один такой типа артефакт, и если бы кто-то из ученых Google проверить, что они будут делать. Чё это такое? Я вот это не помню. Это вивер, по-моему, или что-то такое. Не-не, это же... Вивер, это другое. Вивер, он сейчас вот испавлю. Вот он. Нет, это, короче, батарейка выглядит так, по идее. Только она синяя. Не, батарейка... Это красная, блядь. Во, вот а, подожди. Блядь, я сегодня же находил этот артефакт, я, блядь, не помню, как он. Тоже он только... Он, но он только синий, блядь. Вот пламя. Кстати, я пламя вообще не находил. Ебать, а у нас здесь прям... Находил. У нас здесь постоянно этот... Оно, блядь. Кто это входит? Это ещё. Да что? Это игрушечный мячик. Радиоактивный игрушечный мячик. Типичный футбол, блин. Да, типичный. Ебать, футбол. А этого, блядь. А у чёрного торговца появилось что-то новое в ассортименте? Чего? Всё, я пошёл в парк. Чёрного торговца. О, погнали реально к чёрному торговцу. Вылетели. Чё там? Может, да, блять, опять тушканчики, сука, как тупая. Они меня заебали.
горит. Жив, цел, орел. Заебись, я аномалии ебалом словил. Я видел. А тут что? Пахан, давай быстрее к черному торговцу. Да хуйня. Я не хочу. Ну и ладно, оставайся здесь. На, покушай. Стой. Ты же меня не забыл, это я, Дыркин. Ну понятно, что ты из дырки. Этот набор открыт? Сейчас не понял. Набор? Да. Ну напора нету, типа воду негде набирать. А с братками двигаться можно? Ступать тоже некуда.